Доброе утро! О культурных событиях региона расскажет афиша Югры. 21 сентября на сцене Большого зала Сургутской филармонии выступит Ярослав Евдокимов. Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, и их популярность остается до сих пор. Не пропустите концерт артиста 21 сентября в Сургутской филармонии. 24 сентября драмтеатр Нижневартовска играет спектакль «12-я ночь» – комедия в стиле «Вудсток». В постановке Иллирия предстает в образе 70-х – эпохи хиппи и атмосфере легендарного фестиваля «Вудсток». На сцене вместе с актерами играют музыканты, а часть декораций – это музыкальные инструменты. В живом исполнении в спектакле звучат хиты мировой рок-музыки. Сургутский музыкально-драматический театр 24 сентября играет спектакль «Исповедь» Анна Ахматова от московского режиссера Петра Орлова. В основу сценария легли малоизвестные данные о жизни поэтессы. В центре спектакля сложный путь по обретению собственного голоса – голоса поэта. Зрителя ждет спектакль-провокация, спектакль-исповедь. И, конечно, в постановке звучит пронзительная лирика самой Анны Ахматовой. В Ханты-Мансийске в концертном центре «Югра-классик» 25 сентября состоится органный концерт к юбилею со дня рождения Ференца Листа. Виртуоз, сразивший Европу своим демоническим темпераментом, великий маг клавиатуры. Органные произведения Ференца Листа исполнит заслуженный деятель культуры Югры, неподражаемая Елена Казимиренко. В Сургуте в галерее современного искусства «Стерх» открылась персональная юбилейная выставка Натальи Горды. Живописец, график, педагог, живет и работает в Сургуте больше 30 лет. Ее творчество известно далеко за пределами города. Участник международных выставок, пленэров и проектов. Экспозиция продлится до 3 октября. Культура в переводе с латинского означает «возделывать». Возделывайте в себе любовь к новому и культурной вам неделе.